очередной этап нашей жизни, друзья мои. Я в Москве. И давайте по порядку расскажу, как что происходит. Дамы и господа, я в Москве. Меня должна встретить Лера, но она, как всегда, опаздывает. Но если бы ты не опоздала, я бы удивился, честно говоря. Но ты опоздала, все нормально. Это Лера. Здрасте, соскучились? Здравствуй, дорогая. Ну скажи, скучала? Конечно. Ну честно. Конечно, только загорела. Ну так, видишь, я с югов. Я в шоке вообще. Ты впервые меня видишь одетым? Ну так, да. Ну и как тебе? Хорошо. Я одетый, ничего? Лучше. Лучше, чем ничего, нет? Так, ничего, так сейчас людям надо объяснить, что она меня раздетым тоже ни разу не видела, на всякий случай. Раздетым, да. Первое, естественно, что мы делаем, это жрем. Причем я первый раз в жизни жру хинкали. Причем, что забавно, что мы в России, вот по идее, что-то должно быть русское, но мы едим грузинскую кухню, потому что она заполонила просто Москву. Поэтому здесь у нас с мясом, здесь с грибами, просто тупо попробовать. А, кстати, еще сегодня Леха приедет. Вот, так он что. Специалист по хинкали. Вот, да, и мы сегодня с ним будем бухать, между прочим. А ты нет, а ты нет. А я на ЗОЖе. А ты на ЗОЖе, да. И кто у нас тут еще? Здравствуйте. 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 Ну, почти все в сборе. Ванда в сборе. Ваню еще Ваня, надо. Да. Вот, все хотели, чтобы я приехала в Турцию. Я такая, нет, едьте все в Москву. Тут Турция приедет к тебе. Да, я думал, на самом деле, Ваню позвать, значит, потом ладно, в следующий раз. Не, мы еще, да, мы, кстати, договорились на субботу с Лерой на стрим. Алка. Он решил повторить туда видео 4 раза, чтобы потом мне чтобы потом, да, да. На всякий случай, ты готов? Да, в субботу? В субботу, да. Все, отлично. Естественно, первое, что мы сделали, если кто-то помнит, это был стрим в среду. Прекрасный, замечательный, недолгий, кстати, стрим наш с Лехой. Но вот чего вы не знаете, это что было после стрима. Друзья мои, у нас сегодня был первый стрим. Вы знаете, мы готовили Леру, но она не согласилась. Леха согласился. У нас был сегодня стрим. Смотрите, учитывая, что у нас квартирка не очень большая, мы, ну, выходить курить надо на улицу. У нас появилась идея. Мы живем на первом этаже. Алексей, покажите, продемонстрируйте. Мы еще ни разу не пробовали. Ой, блядь, извините. Мы это попробуем. Короче, стол нам нужен, чтобы нам подняться наверх потом. Ага. Всего лишь. Ага. Аккуратненько, Алексей. Аккуратненько. Алексей, аккуратненько. Мы пробуем курить так, чтобы не выходить на улицу, а выходить на улицу. Короче, стол выкинул. Я пошел. Давай. Так, аккуратно. Аккуратно, Алексей. Аккуратно, пожалуйста. Вопрос потом поднять этот стул наверх. Так, молодец, смотри, хорошо пошел. Все, ты можешь курить? Все. Мы стул потом поднимем, скажи, пожалуйста, или нет? Господа, мы на улице. Если кому-то интересно. Зажигалку забыл, что у меня есть. Все, давай. Я реально как в кондике. Сука, тут бассейн должен быть, а его нету. Не, на самом деле райончик офигенный просто, очень ребят. Очень крутой, да. Очень классный, здесь. Да. А вот теперь, друзья мои, самая главная проблема. Давай вот. Надо обратно лезть каким-то образом. Мы докурили. Ой, ты первый. Что я первый, блин? Ты молодой, ты первый, давай. Мне сейчас придется обходить, я тебе клянусь. Только не сломай стол. Теленок ушел. Сука. А, каково? Теперь ты, Алексей, давай. Так, молодец, смотри. Самое главное, стул забрать потом. Просто назад плюхаешься. Смотри, так мы можем так делать. Только днем это будет забавно выглядеть. Там дети бегают. Там дети бегают. Казаки распорят, чем мы тут. Держи меня за ногу. Да, конечно, сейчас, блин. Давай, давай. Все, достал? Да. Молодец. Все, ребят. Все. Конечно, каждый раз так делать невозможно. Лучше выйти, дешевле будет. Это было смешно. Победа. Давай все-таки в следующий раз выходить. Так легче. Представьте, вы хотите съездить за границу. И для того, чтобы решить, куда и как, вам нужно опросить друзей, съездить в десяток турагентств, в кассу за билетами и никаких вам видео или фотографий отелей для сравнения. Так было раньше. Но технологии поменяли этот процесс, и люди придумали Booking. Если вы тоже верите технологиям и хотите по-своему менять мир, стоит разобраться в современных профессиях. Для этого подойдет бесплатный курс «Дигитал».
Digital Start. За 2 недели можно попробовать себя в 5 направлениях. В маркетинге, дизайне, программировании, аналитике и управлении. Вы получите ключевую информацию и попрактикуетесь. Что важно, обратная связь. Она поможет вам понять, что вам ближе. В итоге вы исследуете свои сильные стороны и составите карьерную карту. А консультант даст свои рекомендации. И это еще не все. Среди самых активных участников курса разыграют грант на обучение и персональные карьерные консультации. Образовательная платформа «Нетология» может стать вашим проводником в мир востребованных профессий. Эксперты, практики и кураторы поддерживают на всех этапах и учитывают ваши особенности. Это помогает увидеть, какое направление на самом деле вам подходит. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и проходите бесплатный курс «Digital Start». Первый шаг к востребованной профессии. А по промокоду Indie Travel у вас будет 45% скидка на платные онлайн-курсы в нетологии. А мы едем дальше. Первое, что бросилось в глаза, это то, что очень холодно, друзья мои. По сравнению с тем, как я живу обычно, а я человек теплолюбивый, в Москве реально холодно. А вещей у меня, извините, вот. Это самое теплое. Поэтому первое, что мы делаем, конечно же, это идем гулять по Москве. По Москве, это значит, туда еще надо ехать. Ну и заодно, соответственно, закупиться чем-нибудь тепленьким. Ну, смотрите, мы должны сейчас встретиться с Лерой. Вон она идет впереди, она не знает. Она пришла первее нас, это странно. Но она не знает, что мы идем за ней. И следим уже давным-давно. Не, судя по походке, она явно. Боже, какая красивая. Лера, ты прекрасно выглядишь сегодня. Ой, все, застеснялась. Ты тоже не тёплый. Спасибо, ёпты. Так, ребят, короче, мы решили Максу подобрать образ. Новый образ. Сейчас мы покажем, как он выглядит. Может как-то по-другому всё-таки? Это, ну, ты выглядишь как старый гей-миллиардер. Ну, вы специально это, блин? Ну, что, вы серьезно, блин, ребята? Причем это, группу «Скутер», помнишь? Да. Вот, ты сейчас он. А матч из эфира? Yes. А вот, господа, что мне нравится. Я бы, кстати, между прочим, ее и взял. На. Так возьми ее. Огонь. Не, ну серьезно. Не, она нормально досмотрится. Под джинсы нормально. Вообще. Да? Да. Такой, знаешь, до этого ты был гей-извращенец миллиардера, а сейчас такой молодой парнишка молодой просто. Молодой гейчик такой. Да, молодой гей, гейёныш. Все, короче, выбрали мы куртку, наконец-то. Макстер будет в тепле и уюте. Идет на кассу такой довольный покупками. А тут еще и Лера выбирает, на самом деле. Мы уже пиздюлей получили за то, что поздно пришли. А то она стоит, ждет нас. Ну, короче, ладно. Я, между прочим, знаешь, сколько раз у меня хотели уже украсть его? Все, давай. Все этот плащ идеален. Он очень круто тебе идет. Это прям класс вообще, Лера. Можно без шуток, правда, посмотреть? Все, хорошо, давай следующий. И ты тоже смотри. Что ты там встал, как будто бы... Я смотрю. По длине, вот смотрите. Как тебя зовут? Цвет. Лера, мне все нравится. По цвету. Хорошо, есть еще варианты? Потому что здесь... Есть еще варианты? Есть еще один вариант. Давай. Ты тот же самый одела? Нет, это другой. Ну смотри, какая большая разница. Блять, огромная просто. Смотри. А, согласен, вкладка разная. Какая вкладка? Куда смотреть, блин? Смотри, да, видишь? А, подкладка. А. Цвет какой. Слушай, это, вот это понятно. Цвет. Конечно, слушай, вообще. Короче, вот это лучше. Небо и земля. Темнее, это светлее. Темнее, который лучше. Темнее лучше. Ты смотри, вот тут смотри. А, и карман здесь ебанутый вот этот, видишь? Видишь, вот есть. Да, да, да. Все, точно, да, я теперь вижу детали. Здесь погоны есть, а там нет, да. Лучше без погон. Там была косуха, мы ждали тебя, чтобы тебе показать. А ты не пришла. Макс, огонь. Я тоже так считаю. Я по Москве гулял последний раз очень давно. И это было, знаете, такие самые, ну, популярные, что ли, места. Красная площадь и так далее и тому подобное. Сейчас же меня решили сводить какие-нибудь эдакие места, где гуляют настоящие москвичи. Хлебозавод 9. А куда вы меня ведете? Можно узнать? На завод? В смысле? Ты белорус? Ты что, приехал работать или что? Сейчас я тебя на завод отправлю. Подожди, что-то знакомое. А я, по-моему, здесь... Ты крепкий, да, хороший, высокий. Меня когда спрашивали сразу, тебя откуда? Он с Беларуси. На работу приехал. Веди его на завод. Конечно, на работу приехал. Благодарочка. Пей.
Спасибо. Надо было швырнуть еще вот так вот. Челядь. В общем, где мы? Мы на каком-то хлебзаводе, но это какое-то интересное место. Здесь куча кофе. Место называется Флакон. Это такое, как это, сборище. Это место. Это сборище, да. Это такое объединение. Тут, короче, все модные. Объединение типа прикольных магазинов, интересных. Например, там очень много русских брендов, русских дизайнеров здесь. Таких, типа, молодежных. Мы, короче, в модном месте. Ну, в таком молодежном. Ну, да, вот. Мы хипстеры. Мы, да. Вот, мы хипстеры, согласен, да, абсолютно. Это вот наше место. Я прям чувствую, здесь веет атмосферой нашей. Твоей. Да, вот. Прям твоей. Однозначно. Меня тут решили омосквичить, так сказать. Завели в какой-то странный ресторан. Я ем рамен. Все едят рамен, я смотрю. Все едят рамен. Потому я вообще первый раз это ем. Вообще, в Москве не едим. Почему ты так тихо все время разговариваешь? Мы не едим русскую еду. У нас грузинская, вьетнамская. Вы хипстеры? Паназиатская, какая угодно, но не русская. Ну вот так вот, вот, а где Алексей? А, ну у него тоже такое же. Ну вот, вот так вот, ребята, все это происходит. Друзья мои, меня тут вводят, как сказал, культурная программа у нас, короче. Друзья Максима, я, в отличие от этих двух алканавтов, да хорош. Человек приличный. Ну хорош. И поэтому привезла Максима в музей. В музей, дом-музей Вучетича. Это товарищ, который... Что ты ржешь? Я выговорил с первого раза, между прочим. Это товарищ, который сделал «Родину-мать». Да. И многие другие скульптуры известные. Всего и в Москве, и еще он делал, очень долго работал на церкви. Вот. Короче, вот мы приехали, номер 33. Мы, правда, еще не знаем, как тут что войти, вообще здесь, можно ли войти. Здесь нет, здесь закрыто, заходить нельзя. Это вообще дом, где он реально жил, его реальная мастерская. Так, понятно. Она там сейчас наследство досталась его детям. И это не музей, как бы. Он закрыт, туда проходить нельзя. Но мы, если мы обойдем, там в целом видно всякие прикольные штуки. Вот как здесь, например, видите, мужик какой-то. Вот это Брежнев, это молодой какой-то мальчик. Короче, в любом случае, вот такие вот сейчас будем смотреть. Есть первая голова Родины Мать. Вот, пойдем голову смотреть. Ответ был. Ну какой это Брежнев, ну хорош, блин. Да шутю я. А вон Родина Мать, кстати. Ну, в миниатюре может быть. Ну да, вон с мечом же стоит, ну. Огромная башка, ну пойдем посмотрим. Где? А, вот она, Етинская сила. Она вон огромная какая, реально. А это точно она, или я сейчас просто так говорю? Надо ее обойти, посмотреть. Нет, там какое-то ухо, все дела, то есть это все-таки человеческая голова. Да, проблема в том, что когда я смотрела про это место, походу снимали ребята давно, потому что заборы были другие. Слушайте, центр Москвы. Центр Москвы. Мы не в центре? Мы вообще не в центре. А где? Ну, это, ну, нет, это не центр, это, по-моему, Тимирязевское метро. Ага, ну, короче, здесь частный сектор. Смотрите, вы представляете, сколько здесь стоит земля? Ну так, ради интереса. Я никогда не видел такой большой скворечник. Ну, пускай скворечник. Для собаки. Я не знаю. Но, слушайте, здесь, во-первых, ну, строят до сих пор, а во-вторых, это все-таки Москва, твою мать. И здесь реально люди живут, там свет горит. Вот так вот, вот, не продавать какое-то время это. Оно все золотится и золотится, так сказать, и все. А что такое? А, все, прохода нет. Слушайте, ну, короче, здесь по забор поставили. Судя по всему, мы туда никак не попадем, даже посмотреть не можем. Ну, имеется в виду, попасть невозможно было изначально, но можно было посмотреть. Да, было все видно. А сейчас уже все. Ленина, мы не видим, где Ленин. Вот он. Мы не нашли Ленина. А, кстати, может быть, это он, который вот... Большой этот был. Может быть, это тогда был Ленин, кстати. Белый забор, это значит, вон туда. Пошли туда. А, все, друзья, мы Ленина нашли. Все, красавчик. Мы его нашли. Да, все, все есть. Вон он стоит, короче. Да, мы обещали выпить с ним. Мы обещали с ним выпить? А, кстати. В стриме. Ну да, слушайте, ну серьезный дядька такой. В общем, спасибо, мы все сделали. Красавцы вообще просто. Смотрите, как Лера клево выглядит. Раздвиньте, чтобы люди понимали, что ты не на каблуках. Ну вот она, понимаете, рваные джинсы, вот, какая-то байка, толстовка. И я всегда говорю, и сегодня купила пальто. Мне идет. Одежда, это хорошо. Это она сегодня купила, это с нами, когда я вот это покупал, она вот это купила. Да. Прикиньте, вот просто и вот, вот, вот так вот, вот. А еще у меня вся здесь голова чистая, и я никогда... Сегодня, кстати, да, наконец-то у нее чистая голова. Они, в смысле, здесь, в России, такие всегда. Да? Да. Красивые, уложенные, прямые, всегда распущенные. Потому что не жарко. Ну, типа, оставайся здесь, кто тебе мешает. Еще я крашусь, видишь, и вообще. Ну, все, оставайся здесь. Лера захотела яблоки в центре Москвы. Ага, давай. Я в центре Москвы рву яблоки. Смотри, какое. Да может быть не одно. Ты попробуй сначала. Оно нормальное, сорвешь нам еще.
Сорви еще. Вкусно? Надо почаще ее с собой брать. Вот так вот Лера питается здесь, в Москве. Ну, только немножечко грязная. Да, вот так. У меня дедушка так делал. Вкусные яблоки. Да? А? Вяжут немножко, кстати. Да. Ну, дички, потому что. Ага. Ну, очень клевая. Мы в лес? Мы в лес. Зачем вы меня тащите в лес? Подождите. Что вы задумали? Ребят. Я говорю, сейчас дам тебе плащ, пойдешь пугать людей. Вот только сатанистам не надо, они пуганные. Ага. То есть это ты как гид, да? Здесь у нас сатанисты, здесь маньяки, пожалуйста, с этой стороны. Маньяки чуть подальше будут. Мы сейчас вглубь зайдем, то как-то тут светло совсем для маньяка. Ты что ж? Не, ну с другой стороны, я давно не был в нашем лесу. И приятно посмотреть, как это все выглядит. А зачем тебе мой телефон? Мы в парке. Ты сумку оставил, воришка, слышишь? Так. Нахрена ты сумку мне оставила свою? Так себе вор, да? Так себе вор, не профессионал. А вот теперь вы видите, как происходит за кадром съемки сториза. Да давай, это делай, делай. Это не сториз. Это сложнее. Все, понял, извини. Угу, понятно. И уебали в закат. Вот, пожалуйста. Ну, вообще, друзья мои, я приехал в Москву не просто так. Дело в том, что у меня есть некие дела, которые надо было сделать. Перво-наперво, я очень, как вы знаете, хотел попасть сюда для того, чтобы сделать себе карту Тинькофф банка. И, наконец-то, Тинькофф. Я это все-таки сделал. Второе, самое важное, это я хотел бы сделать себе коррекцию зрения. Честно говоря, мне очень надоели очки. А тут выяснилось, что в клинике Святослава Федорова сейчас скидки. И где-то в районе 50 тысяч российских рублей можно сделать вполне себе нормальную коррекцию зрения. Для того, чтобы немножко меня, так сказать, поддержать, потому что я, честно говоря, сцу, я взял с собой Леру. Короче, обследование 5500. Сначала обследование. Седьмой кабинет, второй этаж, если кому-то интересно. Полтора часа, она сказала? Да, полтора часа. Я в Starbucks. Ну, понятно. Ну, это логично вполне. Бросаешь меня. Я переживаю, я нервничаю, я сидею на глазах. Все, хорошо, ладно, договорились. Все, давай, Starbucks, до свидания. Там 60+? Да. Действительно, контингент 60+, здесь только я один молодой. Понимаешь? Это твои, я одна тут молодая, я, а не ты. Маргач, можно смотреть прямо по центру. Ориентир маленький, корабль, смотрим. Назовите? 08-2. Повыше было, поднимем, да, все пока. Фиксируем. Все хорошо у меня? Пока да. На меня, я даю. Меня видно сейчас, да? Да. Хорошо, пускайте. Короче, друзья мои, мне закапали. А, во-первых, у меня оказывается минус 2,75 на оба глаза, между прочим. Значит, в остальном все хорошо. Прям огонь. Прям красавчик просто. Да, сейчас закапали глаза для того, чтобы расширить зрачки. 20 минут сказали сидеть. После этого позовут, что-то мне еще сделают. И что-то еще скажут явно. И, короче, сегодня определят, можно ли мне делать операцию вообще. Класс. Вот. Ну ты иди. Если хочешь. А я к тебе приду в Starbucks потом. Что у меня? Такие глаза офигенные. С ума сойти. Короче, 42 тысячи операция будет стоить. Все нормально. Да. И еще анализы надо сдать на ВИЧ, на гепатит сегодня. Вы знаете, Лера настолько любит Москву, что решила влюбить в нее и меня. Поэтому даже после того, как у меня были огромные просто глазища после закапанных капель, она решила меня все-таки потянуть гулять по Москве. Опять. Ни хрена не вижу, потому что зрачки расширены. Ужас просто. Все режет, как будто, не знаю, на бамбу в яркий солнечный день. Примерно так, в общем. Когда глаза просто выжигают. Да. Вот примерно то же самое у меня сейчас. И на 18-е назначили операцию, короче говоря. Она потом 5 минут будет идти, но сказали целый день, короче, убить на это время, потому что час здесь, потом еще вечером ничего нельзя делать, короче, ни читать, ни смотреть. В общем, буду просто тупить, и все. А сейчас Лера меня ведет куда-то гулять, я так понимаю. Ты же старенький, у тебя же плюс развивается. Ой, все, будешь блин. Будешь не читать, а радио слушать.
А сейчас мы попробуем пойти погулять мы куда-нибудь пойдем по центру. Не просто пойти погулять. Мы сейчас пойдем гулять по центру. Очень красивое место. Очень красивые места. Потом я тебя поведу. Есть потрясающее, секретное, знаменитое, но секретное местечко. Типа шавермы. Как никогда, кюфта. Кюфта. Кюфту пойдем поедем. Котлеты какие-то, короче. Известно. Это не котлеты, типа шаверма, но с котлеткой. А, ну ладно, окей. Просто умереть можно. Точка номер один. Цирк Никулина, знаменитый. Ага, ага. Никулин. Сам Никулин. Да. Знаменитые лошадки, знаменитая вывеска, все красиво. Все. Ты это увидел. Все, отлично, идем дальше. Слушайте, такие действительно маленькие домики. Смотрите, это трехэтажная Москва, вот этот центр прямо. Ну, клево. А там какая-то стела какая-то стоит, не знаю, что это. Единственная, конечно, проблема, здесь солнце вышло. Я и так ни хрена не вижу с расширенными зрачками. Еще и солнце. Лера в белом, блин. Единственная нет проблема. Наконец-то в Москве тепло. Ты представляешь, какой удачный день, что мы вышли погулять. Какая жара, тепло, можно гулять, наслаждаться. Да. А не дождь и все остальное. А он со своими зрачками не вовремя. И Лера в белом, понимаете, она бликует у меня вообще капец просто. Господа, Министерство здравоохранения, если кому-то надо, где придумали, как что ты сказал? Здесь придумали коронавирус, знаменитое место. Вот это знаменитое место. Федеральная налоговая служба, пожалуйста. Для них придумали, собственно, чтобы они становились богаче и лучше. Чтобы мерседесики обновлять, так сказать. Кстати, да, серьезные люди стоят здесь вон. Прямо, ну, машины офигеть. Вот, а это значит, у нас Петровка, понятно. Смотри, какие дома классные, красивые. Я не знаю, люди, которые говорят, фу, Москва стрёмная. Если вы живете в Мытищах, как я, да, она стрёмная. А если ты меня в говно поселила тогда? Нет, потому что здесь дорого, вот, не заработал еще. Все понятно. А если вы живете в центре, как это может? Это же просто невероятно, как тут круто. Питер красивее. Да, пасмурный. Я просто хуливар небольшой. Дождливый. Нет, по погоде, красивый. По погоде вообще ничего не скажу, это молодец. На красоте города. Да, тоже правильно. Вот, пожалуйста, еще отражение. Матрешка, кстати. Здравствуйте. Я нифига не вижу, друзья мои. Прикольно отражается. Я поэтому себя и не снимаю, что я вот так вот щурюсь. У нее лица нет. Почему? На ней нет лица. Ее лицо – это отражение это Москвы. Мы. Это Москва. А, логично, кстати, да. Григорий Орехов, пожалуйста. Скульптура Агата. Это не матрешка, блядь, это Агата. Это не валяшка. Это не валяшка. Какая матрешка? Я что-то тоже на тебя... Не валяшка. Матрешка, блин. Вот не ходите с Лерой никогда. А по Тверской и Неглинной пух летит тополиной. Короче, это Тверская, оказывается. Кому я это рассказываю, блядь? Москвичам? Почему? Офигеть. Я одни москвичи смотрят. Умоляю. Слушайте, ну я впервые так за все свои годы гуляю по Москве, честно скажу. Вот впервые просто. Спасибо гиду. А обычно как-то типа что? Обычно это площадь трех вокзалов, понимаешь? Вышел, шаурму купил и ушел. Блин, вот так вот примерно это выглядит. Нет. А здесь, смотрите, красиво. Да, смотри, какой крутой оранжерея. Вообще да. Потрясающе. Мы не знаем, что это, правда. Ну, кроме Долгорукова, больше ничего не узнаем. И аллеи широкие, гулять не хочу. Погода шикарная. Я Москву обожаю всем сердцем. А сейчас золотая осень начнется. Как будет красиво просто, ребята. Так что все, кто от меня отписываются из-за Пхукета, идите в жопу. Москва великолепная. Просто не зимой. Давай так, зима на Пхукете, лето в Москве, да? Все, вот так вот. Я не хотел, но я пришел. Знаете, кто это? Муслим Магомаев. И меня Лера, судя по всему, вела сюда и говорит, вон твой. Ой, что да. Значит мой, блядь? Ой. А я не помню ни одной его песни, кстати. Не, Кобзона помню, а Муслима Магомаева нет. YouTube нам, вот, нет, Google нам помог, и мы вспомнили, короче говоря. Эти слова о тебе, Москва. Новый Арбат. Меня привели сюда, как на достопримечательность. Вот там Москва-Сити дальше. Все, я типа, вау, типа, как здесь круто, да? Ну смотри, вот это, между прочим, большая городская библиотека, ну это старая знаменитая. Понятно, очередь. Скажи, а Метелица, это же пафосный клуб? Я не знаю. Говорят, да, я слышал такое. Ну, наверное. И на Старый Арбат, да? Да. Все, договорились. Все, друзья мои, Старый Арбат, пойдем исследовать. Я, кстати, здесь, по-моему, был только один раз много-много лет назад, лет 20. Теперь, что касается дальнейших планов, господа, это очень важно. Значит, 10 числа, как я говорил, мне нужно сгонять обратно в Минск для того, чтобы сделать вторую дозу вакцины и закончить разбираться с документами, там, не буду рассказывать, короче говоря, надо. Вот, 10 я еду в Москву, может быть, в Минск, может быть, на один, может быть, на два дня. И возвращаюсь обратно сюда. И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что для того, чтобы въехать в Таиланд, я должен находиться в Москве, то есть в России, 21 день. С Белоруссии въехать в Таиланд нельзя, такие уж правила.
А из России можно. Но для этого, как я уже сказал, белорус должен находиться в Москве 21 день. Это же касается и прививки. 2-3 недели до отъезда должна прививка стоять. Значит, соответственно, 10 числа я делаю вторую прививку, получаю штамп, что я как бы въехал в Россию. И вот от этого момента, значит, отсчитываем 21 день, я должен здесь просидеть. И после этого я снова выезжаю в Таиланд. В это время, 18 числа, у меня операция, соответственно, по коррекции зрения. Ну и там останется несколько дней уже для того, чтобы подготовить документы, так сказать, на въезд в Таиланд. Так вот, господа, важное заявление. Учитывая, что особо делать здесь нечего, в Москве снимать нечего, заниматься буду своими там делами, документами и так далее. Следующее видео выйдет только 26 сентября, через 2 недели. Назовем это небольшим отпуском. За это время, естественно, мы что-то поснимаем, и вот тогда уже можно будет нормально вам показать, что же происходило за это время. Потому что в неделю, как у нас обычно раньше видео выходили, событий сейчас столько не будет, для того, чтобы можно было на следующей неделе снова сделать видео. Поэтому сделаем паузу, соберем контент, и уже 26-го снова выйдет видео, и дальше продолжаем его каждую неделю по воскресеньям делать. Как раз после 26-го уже станет понятно, когда я вылетаю, дальше уже будет Пхукет и так далее и тому подобное. И, кстати, обязательно расскажу вам, как можно россиянам, теперь привитым россиянам, въехать в Таиланд, вернее на Пхукет, через песочницу. Полностью подробно, как оно будет, какие трудности, какие документы и так далее и тому подобное. Ну а для тех, кто хочет все-таки не упускать нас из виду, я хочу напомнить, что у нас есть второй канал, который называется Болталка Лайв. Вот там мы будем выходить постоянно все это время. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, канал Болталка Лайв, увидимся там. Либо на этом канале 26 сентября. Пожелайте мне удачи 10 на вакцине, на второй дозе, и 18 на операции по коррекции зрения. В следующем видео я уже буду без очков.